Итак, ребята, снова всем привет, с вами снова я, Жабка, вы на моем канале. Я до сих пор болею, да-да, я до сих пор болею и пытаюсь сдерживать себя, чтобы не кашлять, чтобы нормальный голос был для вас. В общем, для вас стараюсь, ребят, чтобы вы видели все про обновление как можно раньше. В общем, ребят, вы собрали сколько? 2000 с чем-то лайков на видосе про обнову. Просто шикарно. Ребят, это невероятно круто. Огромное вам спасибо за то, что вы собрали столько, огромное, вообще просто огромное количество лайков. Я очень рад, что у меня такие крутые подписчики, как вы. Вот. И еще раз спасибо вам большое, что вы меня так сильно поддерживаете. В общем, это максимально круто. Огромное вам спасибо. Те, кто ставит лайки, это просто шикарно. Итак, ребят, в этом видео вы узнаете... Ну, что узнаете? Я вам покажу просто геймплей обновы под музычку. Вот и все, в принципе. Ничего такого нет. В конце я сделаю небольшой анонс, поэтому, ребят, ролик до конца смотрите, потому что в конце будет анонс. Вот, плюс также хочу сказать, что да, обнова завтра, и посмотрите внимательно видео, вот для вас вопрос, увидите ли вы синюю машину или нет. Если увидите, ну, пишите комментарий, не увидите, также пишите комментарии. Вот, в принципе, это все, что я хотел сказать. Всем спасибо за то, что вы ставите лайки, поддерживаете меня, ребят, вы очень классные, спасибо огромное. Все, увидимся сейчас в конце ролика и погнали смотреть геймплей обновы. Погнали, ребят!
Ну, надеюсь, вам понравился геймплей обновы, потому что обнова, вот эта вот мини-обнова, это, ребята, если что, мини-обнова, а не глобальная обнова, она шикарная. Вот, и что я могу сказать? А то, что завтра выходит ролик с показом всех, прям всех шмоток с пропуска. Поэтому обязательно завтра приходите ко мне на канал и смотрите ролик. Плюс также не забывайте, что нужно хорошее количество лайков, чтобы была мотивация просто. Поэтому, ребят, лайки ваши мотивируют меня делать все больше и больше видосов и показывать вам всякую прикольную тему. Вот. А, кстати говоря, и вы многие спрашивали у меня в комментариях, где итоги конкурса. Ребят, итоги конкурса прошли в группе ВКонтакте, поэтому, если кто хочет узнать, кто победитель, заходите в группу ВКонтакте. Плюс также не забывайте, что сейчас эта рубрика возобновлена, и поэтому скоро будет еще один конкурс, и, скорее всего, я буду делать там 3 призовых места. Всем спасибо, кто смотрел, с вас лайки, и я вас сильно люблю. Всем пока!